Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Здравствуйте, уважаемые телезрители, это «Магнитогорское времечко», здесь и сейчас в прямом эфире. Наш номер прежний 35-55-00. В студии я, Юлия Бударина, и к нам вернулась Елена Ткач. Добрый вечер, дорогие зрители. Отдохнувшие, ура! Скоро лето, это значит, что у большинства россиян будут отпуска, продолжит развиваться внутренний туризм, но вот у кого-то будут отпуска, кто-то уже отдохнул и сможет сегодня с нами поделиться о своих впечатлениях. Есть плюсы и минусы, конечно, развития внутреннего туризма, деньги остаются в отечестве, это плюс, развивается инфраструктура, появляются новые маршруты, их сегодня очень много, мы даже знаем это по нашей Челябинской области, ну а минус это, конечно, нереально высокие цены, особенно путешествия к морю, где-то на грани добра и зла. Присоединяйтесь, уважаемые телезрители, мы будем говорить сегодня про туризм. Тема чрезвычайно полезная, особенно сегодня на пороге летнего сезона. Ну, хоть мы уже и говорим о моем уже отгулитом, скажем так, отпуске, тем не менее майские праздники заканчиваются, но у нас еще лето впереди, мы это чувствуем по нашим замечательным теплым дням. И, конечно, есть регионы, где уже настоящее лето, уже высокие температуры, и вода уже близка, прям, скажем так, где-то рядом к тому, чтобы уже начинать плавательный сезон. Наступает время для исследования заповедных, живописных, исторических, ну и просто, наверное, интересных и привлекательных мест в России. Внутренний туризм – это такой наш, наверное, современный тренд. И здесь мы слышим и о гастрономических турах, и о горных прогулках, экскурсиях по городам. И, ну, я не знаю, мне кажется, самое огромное вообще разнообразие – все, что мы говорим про внутренний туризм. Главное не ошибиться, правильно выбрать. И в этом нам сегодня помогут специалисты. Какой вид отпуска планируете и вы в этом году? 35-55-00. Звоните, присоединяйтесь к нашей теме обсуждения. Я представляю нашего первого гостя. Это Нелия Гавина, директор туристической компании «Роза ветров». Нелли, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы немного с такого экскурса начать. Как вы пришли вот в сферу туризма? Это была какая-то мечта детства или что, с чего все вот так вот произошло? Ну, скажем так, да, это поучаствовала мечта детства, то есть я думаю, что у каждого ребенка, у каждого человека любого возраста любовь к путешествиям, любовь отдыха, да, она в глубине души где-то всегда есть. Вот. Ну, и у меня так случилось, что моя мечта осуществилась, и уже вот 15 лет, то есть в этом году моему турагентству 15 лет, я работаю на этом поприще, отправляю туристов в долгожданный отдых, ну и встречаем их, конечно, радостно. Ну, да, можно, да, вопрос, да? Наверное, я просто, насколько знаю, что туристическая отрасль – это такая, ну, наверное, одна из самых сложных, особенно в свете последних событий, которые, мне кажется, катастрофически, то есть слева направо, да, и тем не менее вы выдержали все штормы и остались верны именно вот, вот этой профессии, началось, вот этому направлению. Началось с пандемии, наверное, да? Да нет, вот началось на самом деле, да, то есть туризм – это одна из сфер, скажем так, которая подвластна влиянию любого климатического, не климатическую, то самолеты уронили, да, то вулкан извергается, да, все полеты отменили, меняют маршруты, туристы не успевают, либо успевают, то есть, да. То есть на самом деле, да, это, вот пандемия, это, ну, скажем так, конечно, многих подкосила, но туризм, на мой взгляд, он больше всех пострадал, потому что когда все закрыли, и никто никуда, даже по России не может путешествовать. То есть это, конечно, очень был такой удар, скажем так, сильный. И тем не менее вы все вытерпели. Выдержали. Какой опыт приобрели? Дополнительная стрессоустойчивость, наверное. Ну, скажем так, я благодарна нашим туристам, как постоянным и новым, да, которые приходили. И, скажем так, основное это было то, что они понимали. То есть мы знаем, что были скандалы в других турагентствах и, ну, скажем так, пугали, запугивали, да, что вот мы вам деньги отдали, все, верните как хотите. Но, скажем так, у нас наши туристы спокойно, ну, как это можно было, спокойно относились, всем деньги вернули. То есть у нас ни один турист без денег, без тура не остался. То есть, в принципе, я благодарна
всем за доверие, за выдержку, за ожидание. Мне кажется, кроме стрессоустойчивости, я точно знаю, что туристические не только агенты, но и вообще руководители туристических агентств, они приобрели, мне кажется, некую гибкость, да, и очень быстро умеют менять и смотреть, следовать каким-то тенденциям. Да, вот сегодня какие тенденции, на что вы больше ориентированы в своей работе? Сейчас, скажем так, мы очень ориентируем к изменению полетной программы. Ну, скажем так, если вот мы говорим о Турции, да, то есть буквально чуть ли не каждую неделю постоянно меняют полетную программу. То урезают, то добавляют, да, то есть это постоянная работа с туристами, да, объяснение, что, извините, у вас не 9 ночей, а 8, либо это 11 в зависимости от полетной программы, то есть здесь надо доплатить, здесь мы вам вернем, то есть лояльность и гибкость это прям... Что касается вас, как вы вот меняетесь, как подстраиваетесь, а как меняется культура туриста? Культура туризма, ну и туристы, да, сейчас, конечно, все больше и чаще смотрят в сторону России. То есть туры по России, они набирают, скажем так, масштаб уже все больше и больше. То есть и туроператор, да, и правительство, ну, скажем так, понимая, что уже хватит кормить другие страны, все больше обращают внимание на наши такие, скажем так, нетронутые уголки. Это Сибирь, Камчатка, то есть Алтай, Байкал. То есть вот эти вот направления. Если раньше были только регулярные рейсы, ну и стоимость их была достаточно велика, скажем так, неподъемная, то сейчас в связи с развитием внутреннего туризма туроператоры запускают чартеры. То есть это, конечно, намного удешевляет тур и делает им доступным. Ну и в частности, доступным. Можно сказать, что магнитогорцы предпочтение дают вот какому-то такому туризму не на пляже, чтобы не валяться на пляже. Да, мне кажется, облик туриста меняется. Да, что-то более интересное, интеллектуальное. Да, я с вами соглашусь. На самом деле сейчас очень много, скажем так, запросов. Именно не вот все включено, да, то есть это не как мы называем овощной туризм на пляже. То есть, да, хотелось бы, конечно, море, но хотелось бы еще и зрелище посмотреть, то есть совместить и гастро, да, и историку, и природу. Вот таким туристам мы, конечно, предлагаем. У нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Дорогие мои, Елена, как я по вас скучала. Здравствуйте, Игорь, да. Спасибо большое, Игорь. И хочу у вас приобрести натур «Роза ветров» к лету. С удовольствием приглашайте меня. Посмотрите, как мы сразу сейчас будем продавать туры. Да, сейчас начнем продавать. Вы где предпочитаете отдыхать, Игорь? У вас есть какие-то предпочтения сегодня? Я предпочитаю отдыхать в вашем городе. Если вам мне хочется меня пригласить, мне там понравится у вас. Нет, нам давно хочется вас пригласить. Мы вот хотим выйти как-то на связь с вами, так вот, за эфиром, да, чтобы провести экскурсию по нашему городу. Спасибо, Игорь, за звонок. Видите, у нас есть постоянные наши слушатели, зрители из другого города. Очень приятно, когда они дозваниваются до нас, и приятно слышать, конечно, что они хотят нам в город. Ну, как раз в тему. Как вы считаете, внутренний туризм – это своего рода еще какое-то развитие любви к родине, патриотизма. Есть такие направления. Да. Вот сегодня что это? Вот, допустим, я с удовольствием в свое время открыла Волгоград с определенной стороны. Да, вот сейчас, кстати, вот недавно у нас коллеги также приехали с рекламного тура, вот как туроператоры раньше это делали, ну и сейчас, конечно, делают рекламные туры за границу. Сейчас достаточно много экскурсионных туров непосредственно по России. То есть вот подруга с Нижнего Новгорода приехала, очень понравилось. То есть в Волгоград были, да, то есть в Самару, в Казань, ну, Москва, Санкт-Петербург, понятно, что это постоянно, да, по Золотому кольцу. Очень много рекламных туров сейчас. И, кстати, направление набирает обороты, это речные круизы. То есть по городам, по рекам, да, но и морские круизы из Сочи, допустим, да. Ну, есть и по Средиземному морю, конечно, они и были. Но парк лайнеров, которые вот сейчас новые и новые выпускают, то есть они достаточно хорошего уровня и могут даже конкурировать с зарубежными. Вот о конкуренции, Нелли, всегда в пользу зарубежных туров было то, что там лучше развита инфраструктура. И, конечно же, нашему внутреннему туризму это предъявляли, да,
потому что инфраструктура у нас слабее. Как вам кажется, подтягивается ли сейчас инфраструктура, ну, за счет того, что немножко все-таки внутренний туризм развивается интенсивно? Конечно, да. И уделяется ему государством. Да, сейчас на самом деле уделяется очень большое внимание, да, повторюсь, вот, и подтягивают, то есть, уровень и гидов, да, то есть, если есть инфраструктура, но нету гида, да, некому рассказать, вот, на самом деле это сейчас все восстанавливается, понятно, что это нужно время некоторое, но, тем не менее, историка, вот это все поднимается, то есть, прививают любовь к родине, да, то к тому месту, где мы живем. Да, к тому месту, да. На самом деле людей разворачивают с запада, скажем так. Вот. И на самом деле у нас же тоже есть очень много красивых городов, исторических, так же, как взять Калининград. Да? Мало кто знал. И раньше это практически недоступно, потому что перелеты были очень достаточно дорогие. Сейчас, скажем так, конечно, в этом сезоне, к сожалению, сняли прямые перелеты с Уфы и Челябинска, оставили только Екатеринбург. Но, скажем так, тем не менее, очень красивые места, очень колоритные, скажем так, маленькие вот улочки. Вот эти. Вот если вот кто хочет, да, скучает, скажем так, по Европе, вот, вполне возможно, можно посетить Калининград, съездить в Зеленоград, то есть и, ну, на косу тоже Курскую, то есть это тоже интересно. 35-55-00. Какой вид отпуска планируете вы в этом году? Присоединяйтесь к нашей теме обсуждения. Сейчас мы посмотрим сюжет, затем вернемся в студию прямого эфира. Тот, кто ни разу не бывал в детском загородном лагере, явно не знает, что это за действо. А это Орляцкий круг. В нем можно начинать день и в нем же его заканчивать, делиться проблемами, успехами, неудачами. Он здорово сплочает ребят. Дети всегда с теплотой и любовью вспоминают Орляцкие круги. Виктория Головина первый раз стоит в нем в качестве вожатой. С первого класса практически каждый год ездила в Уральские зори, в горное ущелье. Мне это очень нравилось, вся эта деятельность лагеря. И я бы хотела продолжать ездить сюда в виде ребенка, но так как я уже по возрасту и не подхожу, ну как бы уже не очень хочется как быть ребенком в отряде, уже хочется попробовать что-то новое, но также остаться в этой сфере, поэтому я хотела попробовать профессию вожатого. Всего «Уральские зори» собрали 230 слушателей. Это студенты МГТУ, педагогического и медицинского колледжей. Все они либо прослушали курс основы вожатской деятельности в своих учебных заведениях, либо прошли обучение по программе «Школа вожатого». У них были и лекции, и практические занятия, а здесь они отрабатывают практические навыки. Цель инструктивного лагеря – полное погружение в атмосферу. Мини-смена, где вожатые на 3 дня становятся детьми. Досуговые мероприятия – это один из элементов обязательных нашего инструктивного лагеря. Они, как и в будущем их дети, готовятся к мероприятиям. То есть в течение дня у них и мастер-классы образовательные, и подготовка к мероприятиям, и само выступление, и вечерняя рефлексия обязательно. Мы стараемся комплексно охватить работу в лагере для того, чтобы наши будущие вожатые прочувствовали лагерь и с точки зрения детей, и с точки зрения будущих вожатых. Для студентов образовательные интенсивы, воркшопы, мастер-классы. Но главное то, что слушатели бок о бок работают с теми, кто прошел эту школу неоднократно. У них есть пример перед глазами, как быть отличным вожатым. Учат студентов, конечно, не только развлекать юных отдыхающих, но и тому, как помочь детям адаптироваться в лагере. Заезжают дети. Кто-то уехал первый раз от родителей. Кто-то не очень любит лагерь. Всякое бывает. И вот роль вожатого как раз выступать в роли близкого человека, заменяя маму, папу, иногда там бабушек, потому что им надо помочь адаптироваться в лагере, создать условия для того, чтобы ребенок смог жить в вот другом месте, в другом окружении, среди других людей. В смену в загородных комплексах ММК будут работать 120 вожатых. На все лето потребуется более 400 человек. Это студенты не только из Магнитогорска и Челябинской области. Некоторые приедут из других регионов страны. Все вместе они постараются сделать это лето ярким. Yeah.
Это «Магнитогорское времечко». Здесь и сейчас в прямом эфире 35-55-00. Это наш номер телефона. Какой вид отпуска планируете вы в этом году? И мы ломаем голову вот тут все вместе над тем, куда отправиться, что еще эдакое посмотреть. До нас дозвонился Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы у Нелли спросить, знаете, о чем? А с Дагестаном они работают? Потому что у меня денег на загранице особых нет. А вот в Дагестан бы вы хотели отправиться, и, видимо... Ну, в Дагестан денег хватит. Вот сколько нужно. Вот сейчас Нелли вам и расскажет, да, сколько вам нужно будет денег собрать. Юрий Владимирович, спасибо за вопрос. Да. Вот, как раз, да, мы говорили, за кадром это разговаривали, да, что сейчас одно из направлений, которое, вот, скажем так, продвигают достаточно активно, это Дагестан. Вылеты прямые Уфа-Челябинск, 3-4 вылета в неделю, то есть, в принципе, полетную программу можно рассмотреть на любое количество ночей. И ценники, то есть, вот на двоих, на недельку, ну, при раннем бронировании были от 50 тысяч на завтраках. В эту стоимость входил и перелет, и трансфер до отеля, и на завтрак, на базе завтраков. То есть, в принципе, я считаю, что в нынешнее время, то есть, эта цена достаточно лояльная. Но Дагестан это тот самый отдых для активного туриста, да? Своеобразный. Здесь можно все найти. Да? Да, то есть, если рассматривать, скажем так, побережье, да, то есть, это вот Махачкала, допустим, Дербент, да, то есть, там достаточно много отелей, ну, скажем так, немного, но есть. Да, и, причем сейчас очень активная стройка идет, то есть очень много построили гостевых домов, мини-отели, вот как бы называются так, разноуровнево, и 2, 3, 4 звезды, то есть даже пятерочки новые есть, прям причем по очень хорошим ценам. Вот. То есть можно и пляж совместить, и экскурсионно, потому что природа Дагестана, ну, это ни с чем не сравнить, вот, по крайней мере, да, я была много где, и Байкал, и Алтай, но Дагестан, конечно, это прям вот каньоны вот эти, вот, они, конечно, глаз отдыхает, после них, конечно, ты ноги, да, стерты, но зато впечатлений очень много. Ну и, конечно, Дагестан – это гастрономический туризм. Это тоже здесь можно приурочить, потому что местная колоритная еда, то есть она, конечно, заслуживает отдельного разговора. То есть вот Дагестан – это все. Скажем так, все, что можно… Все собирает. Все собирает, да. То есть и в Грозно съездить, да, то есть посмотреть, как его отстроили, то есть как Дубай, то есть, ну, в принципе, и архитектура. Ну, современная, конечно, но тем не менее. Если вы уже затронули гастрономический туризм, что еще в этом направлении можно рассмотреть нам сегодня? Сейчас очень хорошие гастрономические туры и достаточно активные, также с большой полетной программой. Это Азербайджан, можно, Ереван. То есть, в принципе, страны СНГ очень много. Также спросом. Скажем так, есть большой спрос. Единственное, конечно, полетная программа ожидает, ценовая политика зачастую ожидает желать лучшего, потому что те страны используют как транзитные страны. То есть туда нету чартеров, туда только регулярные рейсы. Ну и, скажем так, кто успел урвать тариф, тот и полетел. Ну, а вылет так. В основном из Екатеринбурга или нет? А нет, Уфат уже есть, да? А как вот урвать тот самый тур выгодный? Это вы помогаете? Ну да, конечно, мы рассматриваем. То есть вот мы всегда рекомендуем те регулярные рейсы, направления, которые сидят на регулярных рейсах, конечно, вот билеты покупать заранее, потому что это не чартеры. То есть здесь, скажем так, не может быть речи о снижении цены. Еще есть телефонный звонок. Давайте посмотрим. Слушаем телезрителя. Алло, нет, сорвался у нас звоночек. Но ничего страшного, дозванивайтесь. 35-55-00. Задавайте вопросы нашей сегодняшней гости. Есть ли такое понятие сегодня вообще, как горящие путевки? Имеет ли смысл вообще об этом говорить? Ну, или, вот появились или, недавно, да. Буквально выкинулись, да, под полы. Вот что это, ну, сейчас, да, скажем так, горит, подгорает, если это можно сказать, да, то это Турция. Турция все-таки, да, есть, все-таки, да? Есть, да. Скажем так, по Египту это невозможно. Ну, крайне-крайне редко бывает, но Турция, да, начала подгорать вот именно на майские праздники, то есть, ну, ближайшие даты, понятия, конец. Еще одна попытка телезрителя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я бы хотела, смотрю вашу программу. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Очень приятно, Светлана, да. Да, я бы хотела задать вопрос представителю вот компании. Турагентство «Роза Ветров», да. Да, турагентство «Роза Ветров». Вот хорошо, завтраки включены. Я не раз была в Дагестане и знаю, что сервис в Дагестане не развит. То есть, а где будет обед и ужин? Угу. То есть продуманы ли такие вопросы, да, или нет? Да, вот вопрос да, в чем, да. Светлана? А вы, Светлана, вы как решали этот момент, если вы говорите или нет? У нас там живут друзья. Ясно. По сути, без машины там делать нечего, но поскольку у нас там живут друзья, нам привозили продукты. Ну, то есть вам приходилось самим готовить, да, Светлана? В гостевом доме. Самим готовить. И хотелось бы знать, там вот на побережье, например, если мы забронируем то какой-то отель, есть ли там какие-то кафе, ну, где можно будет покушать. Меняется ли вообще, наверное, да, картина вообще там? И, да, спасибо большое, Светлана. Спасибо, Светлана, за спасибо большое вопрос. За вопрос, да. Светлана, конечно, да, сейчас все понимают, что чтобы был сервис, да, нужно, скажем так, облюбить туриста и дать все возможное, чтобы он возвращался, он не да? возвращался, да. Ну, или сарафанное радио, чтобы работало, чтобы приезжало больше туристов. Да, да, что не надо там за 3 километра куда-то ехать, чтобы купить булочку. На самом деле, да, сейчас очень много открыто кафе, ресторанов разноуровневого плана. То есть, и по большому счету, если это не гостевой дом, а, скажем так, отель, да, он уже предполагает, что у него есть место приема пищи, то есть это либо кафе, либо ресторан, что-то такое. Если туристы приобретают экскурсионный тур, то есть у них уже планомерно запланированы экскурсии, сопровождение гида от туроператора, то, естественно, у них уже запланированы где-то точки питания, где они останавливаются, нужен, да. Да, и уже непосредственно питаются. То есть это уже продумано. То есть, в принципе, решаются эти вопросы. Конечно, да, конечно, да. То есть, конечно, если это самостоятельный турист, то понятно, что ему надо что-то еще самостоятельно подумать. Да, да, где-то. Вот, если это уже организовано туроператором, то есть сформировано, конечно, там уже продумано до мельчайших подробностей. То есть, чтобы, вот как-то я понимаю, имеет ли смысл, например, оставить свои координаты, если вот вы говорите о том, что иногда, периодически, могут возникать какие-то горячие предложения. Имеет ли смысл, например, прийти к вам, оставить свои координаты и держать, ну, не скажем так, руку на пульсе? Да? Так оно и есть. Так и есть, да? Есть, конечно, клиенты пишут каждый день, девчонки отвечают, то есть в соцсетях, везде, по телефону, на почте, то есть свои запросы, то есть да, мы готовы. Паспорта есть, все, мы сидим на чемоданах. То есть это есть, конечно, да, такая услуга. Мы всегда рады таким клиентам, что вот-вот-вот, завтра вылет, все, мы готовы, давайте. Ну вот мы далеко куда-то прогулялись, заглянули одним глазком, а вот в нашей области внутренний туризм, он все-таки является подспорьем вообще вот развитию нашего региона? Нашего региона? Ну, скажем так, про Челябинскую область. Да. Но если мы говорим о Челябинской области, то сейчас, скажем так, ну, мы еще пока далеко до всех, ну, тем более еще в преддверии закрытия аэропорта. То есть сейчас, конечно, у нас все немножечко затянется. Ну, а так, у нас ближайшее что? Это Челябинская область, это озера, санатории. Здесь, конечно, есть спрос. Башкирия, то есть Банная, Абзакова, то есть вот такое. Но опять же, да, здесь то, что это все близко, люди уже, скажем так, благодаря пандемии, все через интернет, уже, конечно, многие уходят на самостоятельное плавание, то есть бронируются и едут уже на машине. То есть здесь, скажем так, я не готова какую-то статистику дать или что-то. Вот. То есть отследить, насколько да, популярно пока, это все. Пока возможности нету, да. То есть, ну, то есть это больше самостоятельный туризм, да? Конечно, да. Все, что, скажем так, в радиусе 150 километров, да. То есть это ну, это тоже просто неплохо, да? Кратковременный такой отдых, когда ты куда-то выезжаешь с семьей. Да, нет, ну, есть, конечно, у нас запросы. То есть мы бронируем и местные санатории, и
дома отдыха, то есть, в принципе, тоже банная, бзакова мы все бронируем. Тоже вы и Карагайку, да, то есть, в принципе, это все. Ну и, наверное, какой-то, давайте, совет дадим. Вот если в путешествие отправляетесь, наверное, не стоит сразу вот хвататься за все и все изучить. Нужно, наверное, сосредоточиться на чем-то одном и получить удовольствие от этого. Или как? Или нужно вот все-все? Вообще, я бы, знаете, может быть, даже как подумала. Вот в современных реалиях, во всех этих сложных передрягах, денежных, экономических, вот как сегодня подойти? Какой алгоритм? Да, за что схватиться? Либо предпочесть действительно, чтобы это было материально меньше, да, либо наоборот. Ну вот, вот, наверное, такой вот алгоритм для путешественника, для туриста, для отпускника. Ну, здесь всегда все отталкивается от финансов. Все-таки финансовая история. Вот как не возьми, да, потому что, в принципе, в любой стране, в любом городе есть что посмотреть. Каждый найдет для себя что-то интересное и новое. Вот. Здесь уже все, скажем так, ну, понятно, летом охота на море. Вот как ни крути. Понятно, что горы, природа, все это хорошо, да, но хотелось бы и море. Поэтому я думаю, что алгоритм здесь единый, то есть приходить в турагентство и уже консультироваться непосредственно с профессиональными. Ну и, наверное, индивидуально, кто что предпочитает. В любом случае, если человек предпочитает пляжный отдых, его уже, наверное, не переубедите. Да нет, бывает. У меня много клиентов, которые говорят одно направление, а уезжают всегда в другое. Я недовольна. Ну все, значит, будем приходить к вам. Да. Нелли Гавина, директор туристической компании «Роза Ветро», была у нас сегодня в гостях. Сейчас уйдем на рекламную паузу и затем вернемся в студию прямого эфира. Звоните 35 55 00. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно, только до 15 мая. Галерея курток Карла Маркса 91 в Магнитогорске. Впервые с 29 апреля в Магнитогорском цирке программа «Клоун», созданная к столетию Юрия Никулина артистами цирка на Цветном бульваре и Росгосцирка. Не пропустите! Оказывается, что приятные ощущения, которые мы испытываем, предаваясь пагубным привычкам, можно получать и другим способом, ведя здоровый образ жизни. Человек радуется жизни и получает удовольствие, когда у него отсутствует усталость, тяжесть от переедания, если у него нормальный сон, приятный цвет лица и легкость в теле от хорошей физической формы. Однако у каждого человека могут быть свои потенциальные или уже существующие проблемы со здоровьем. Кому-то достаточно ограничить себя в еде и увеличить физическую нагрузку, а кому-то показана специальная диета и особенные упражнения. Как научиться получать здоровое удовольствие и как определить свои риски? Для этого следует обратиться в Центр здоровья, в котором можно пройти осмотр и получить необходимые рекомендации по здоровому образу жизни. Или в поликлинику, где один раз в 3 года можно пройти полноценную диспансеризацию. Диспансеризация представляет собой ряд скринингов по заболеваниям различной направленности – сердечно-сосудистым, онкологическим, сахарному диабету и другим. Она позволяет рассчитать ваш индивидуальный сердечно-сосудистый риск, а также другие риски на ближайшие 10 лет. Если выявлено заболевание или склонность к нему, пациент берется под контроль участковым терапевтом, который помогает ему минимизировать риски и взять заболевание под контроль. Каждый россиянин имеет право обращаться за консультацией относительно своего здоровья и регулярно проходить диспансеризацию. Особо следует отметить, что государство предоставляет ему все это бесплатно. Для этих целей в стране существует около 800 центров здоровья и 3700 отделений и кабинетов медицинской профилактики в поликлиниках.
Это «Магнитогорское времечко». Здесь и сейчас в прямом эфире говорим мы сегодня о предстоящем летнем отдыхе. У кого-то он может быть уже начинается. 35-55-00. Делитесь своими идеями, задавайте вопросы. Когда есть спрос, начинают формироваться новые туристические маршруты из отделя. Вот где будет полно туристов 20 мая, это в Абзаково, где стартует первый на Южном Урале фестиваль гамаков. Что это такое, мы сегодня узнаем у нашего гостя. Данила Ивлев, инструктор детско-юношеского туризма, идейный вдохновитель фестиваля гамаков у нас в студии. Здравствуйте. 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 Данила, он тоже звучит это как-то вообще потрясающе, интересно, что и это нам такое. Хочется узнать, и прежде всего хочется узнать, как родилась эта идея, почему вот я из туристской среды и музыки, я организую в качестве диджея музыкальное сопровождение соревнований. Это забеги, это кубки, фестивали, заплывы, заезды на велосипедах. Вот. И брал вместе с собой гамаки, чтобы людям было приятно. Какое-то время их брал, и однажды не взял. И мне завсегдаты спортсмены говорят, а где гамаки? Вот, это раз. А во-вторых, когда начинал гамаки возить, объявлял в микрофон, что они есть, что можете просто подойти, покачаться, отдыхать. Да. Люди обходили его стороной, потом кто-то осторожно залезал, пробовал. Эта новость расходилась среди всех, и потом стояла очередь. Вот, я понял, что людям нравится, но они не знают про гамаки ничего. А когда впервые турбазу «Ручеек» увидел, понял, что на ней можно провести большое мероприятие. Вот фестиваль шаров я могу представить, да? То есть фестиваль шаров – это какой шар, там, не знаю, интереснее, да, его окрас, там, как поднялся. Гамаки у каждого будет свой. Или это просто вообще название такое, или это концептуально? То есть каждый должен приехать со своим гамаком. Что там в основе, скажите? Фестиваль, так, на котором будут гамаки для всех участников. Угу. Их определенное количество, оно ограничено, к сожалению. Там порядка 60 гамаков будет уже повешено. Угу. А участники могут приехать со своими гамаками и повесить их на места. Единственное, что количество мест ограничено, просто столько деревьев нет. Угу. И будет программа, и сам фестиваль приурочен к установлению рекорда. Рекорд по большому количеству гамаков, да? Это какой, да, рекорд? Заявка подана в реестр рекордов России, агентство Интеррекорд. Сейчас скажу. Ну, я думаю, будет время еще вспомнить, или это важно. В России по гамакам рекорды не установлены. Единственный рекорд установлен в Германии в 2016 году. 269 человек на гамаках. А вы думаете, сколько у нас может получиться, Данила? Ну так, навскидку. Ну, хотелось бы 100 преодолеть. Хотя бы, да? Угу. Да, для начала так смотреть. Ну, с прикидкой на то, чтобы можно было бы. А что для вас, Данила, гамак? Гамак – это, я не знаю, это релакс, это соединение с природой. Вот почему именно гамаки? Почему вот будет так, как вам кажется? Что, ну, вас с гамаками я начал общаться с 2010 года. Тоже с друзьями их использовали. Тоже была реакция у людей, с кем я встречался, что гамак – это вещь очень непрактичная. Боялись, что он может порваться. Но дети нашей компании, с кем раньше ездили, очень оценили гамаки. Я обожаю там качаться. И когда у нас в семье появилась дочь, она заснула у меня на груди в гамаке. Я вот почувствовал вот эту вот радость. То есть много людей не знают про гамаки, ездят в лес, сидят на стульчиках или лежат на земле. Ну, это тоже вариант. Но в гамаке можно в любой момент после еды, после купания отдохнуть, посмотреть на небо, посмотреть на деревья, закрыться в нем от ветра, если он плотный. То есть это, конечно, состояние, правильно я понимаю? Да, да? Да. То есть гамак – это такое прям состояние. Возможность оторваться от мира и побыть самим собой. Клево. Во время этого фестиваля будут ли у вас какие-то состязания туристические, интеллектуальные? Ну, что-то? Или только вот, да, вот да, будет ли программа? Программа будет. Мы сначала знакомим гостей, участников фестиваля с местом.
кто приехал со своими гамаками, их навешивают. А потом проводим небольшую дегустацию продукции от партнеров фестиваля. Потом переходим непосредственно к презентации гамака, технике безопасного использования, вариантов его повески. Проводим испытания на прочность, сколько он вмещает, чтобы люди смогли посмотреть, ну, какие возможности, что конкретно у этого человека он выдержит, даже если человек будет качаться. И потом проводим фиксацию рекорда. Ну, какой-то инструктаж, вот инструктаж, какие-то мастер-классы, что-то там у вас будет? И кто может стать участником, да? Да, наверное, возрастная, да, какая-то есть? Участники могут быть любой человек. Как говорится, гамак принимает для полетов любого. Сейчас фестиваль, его масштаб растет. Ввиду моей туристско-педагогической деятельности думаю над тем, как можно сделать конкурсы с вязкой узлов. Вот. У нас будет развлекательная программа для взрослых и детей. То есть это будут аниматоры и ведущие. А розыгрыш призов от партнеров и розыгрыш гамака. Вот. И в завершении часа это будет отдых в гамаках. Я ее называю это общение с гравитацией под музыку, которую я подбираю, медитативную, инструментальную, чтобы люди могли отдохнуть, глядя на небо. Ну вот если вы уже говорите про музыку, будет какой-то гимн у этого фестиваля на будущее? Вот это первый год у вас, он стартует только на будущее. Я не знаю, там, ну, песни у костра. Ну что-то такое вообще объединяющее, да, которое может быть традиция, которая будет передаваться, вот она, например, возникнет на этом фестивале и будет передаваться на следующем. Мы же думаем, что это такое... Неодноразовое выступление. Выступление. Как вы Если думаете? Кто-то из участников вдохновится, так, покачавшись в гамаке, и предложит свое творчество, я буду только рад. В какое время? Ну, давайте так немножечко мы уже презентуем, да, наверное, для тех, кто нас смотрит сегодня. Когда это будет? Во сколько? Во сколько начало и до которого часа, да, можно будет в гамаках качаться? Это будет 20 мая. База отдыха «Ручеек». Станция «Минутка», село Новообзаково. Начало в 13:00, окончание в 17:00. Ну, если кто-то пожелает, он может и остаться там заночевать, да, на базе? Чтобы заночевать, нужно узнавать по местам свободным на базе отдыха. Я думаю, что по ситуации мы можем что-то еще сделать, может быть, еще побольше помедитировать в гамаках. Данила, смотрите, вот мы когда разговаривали сегодня с Нелли, говорили немножко о внутреннем туризме, и чуть-чуть мы начали говорить о Челябинской области, и все-таки, ну, как-то еще, ну, пока рано нам, наверное, говорить, да, что Челябинская область – это центр туризма. Вот такие фестивали, такие вот, ну, не знаю, скажем, симпатичные фишки, типа фестиваля гамаков, делают ли они привлекательными нашу... Наш город, область. Нашу Челябинскую область, да, Башкирию, в конце концов. Ну, я обобщаю это в Урал. Да, давайте Урал так сделаем. Урал – это, да, моя родина. Я считаю, что у Урала большой потенциал. Можно брать пример с национального парка Таганай. И они уже делают некоторые ограничения, чтобы поток людей регулировать. Вот. Здесь... То есть уже отбиваются вообще, да? Да? Ну, есть такая ситуация после начала ковида, когда люди потоком большим пошли. Я считаю, что Урал – отличное место для того, чтобы принимать гостей, чтобы развивать и сам туризм, и уровень сервиса, и повышать, ну, экономику нашего региона. А что необходимо для этого, Данил? Ну вот смотрите, вот Таганай, да, то есть недалеко же, но тем не менее, вот у них уже, вы говорите, настолько большой поток туристический, что они уже даже ограничивают. Что нужно? Вот такие фестивали, может быть, да, проводить, что еще? Я думаю, что здесь нужна какая-то концептуальная работа, это и инициатива от людей, это законодательная база и, ну, создание атмосферы, в которой люди могут больше об этом знать. Просветительская работа. Детский потому туризм, что наверное, люди тоже, да, после, например, того, как ковид начался, да, людей стало в лесу больше. И я заметил, что мусора стало в лесу значительно больше. Больше тоже, да? Да, мы делали небольшие такие походы по сбору мусора. Ну, просто берем с собой большие мешки и собираем мусор. Потому что, ну, к сожалению, люди его там оставляют. Что для вас туризм и как давно вы вот в этой сфере? И что вас привлекает? Туризм для меня – это все. Я
занимаюсь туризмом уже больше 15 лет. Это групповые походы, одиночные походы. В детско-юношеском туризме в этом году будет 10 лет. Руковожу походами классическими, пешими и лыжными первой категории сложности. Большой привет Магнитогорской школе лыжного туризма. В этом году у нас был поход, получили большой опыт. Как педагог могу сказать, что туризм, поход – это лучшее место для образования всестороннего, и психология, и безопасность. Как взрослым, так и детям, забота наверное, о себе, да. Как место отдыха, природа, по-моему, это лучший вариант. Человек там отдыхает, цивилизация давит, соцсети, информация. В лесу можно отключиться от этого. Ну и, наверное, для детей это тоже, опять, если возвращаясь, проявить любовь к своей родине, привить ту же самую любовь, изучая свою местность, да, вот выходя даже куда-то в ближайший лес, в поход. Однозначно. Даже выехать на хребет Яманкая или Кыртытау в район Банного и посмотреть вечером на наш город, на Банное, как это все светится, это сразу остается в сознании навсегда. Ну, мне, пацанов, наверное, хотелось бы задать вопрос, который мы задаем сегодня нашим зрителям. Как вы будете проводить свой отпуск? И где? И будет ли у вас отпуск? И будет ли у вас отпуск, и как он у вас выглядит? Я провожу долго не думая. Доехал до гаража, забросал в багажник уже готовый набор. И с семьей вместе уехали, все. Телефон отключили и пропали. А уехали куда? Вот, ну, не хотите. Можно поехать на Белую, можно поехать на Арский камень, можно поехать в Тирлян, можно поехать куда-то под Белорецк. Ну, то есть это всегда разные направления. Ну, это да, под настроение, да, всегда? Под настроение, по погоде, по формату. То есть, если даже дождь, можно под тентом хорошо время провести, получить вот заряд от стихии. Ну и мы хотим, чтобы вот первый фестиваль гамаков у вас случился, все было на высшем уровне, чтобы продолжение следовало. 20 мая в Абзаково состоится это грандиозное мероприятие. Ну а вам, уважаемые телезрители, мы хотим сказать, что путешествие, конечно, полезно взрослым для того, чтобы проветрить мозги, детям для того, чтобы узнать что-то новое, увидеть что-то новое вместе с родителями, опять же, ну или по отдельности вот в таких походах со специалистами, как вы. До скорой встречи. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».